Практическая психология. Это программа «Практическая психология». Здравствуйте. В студии практикующий психолог Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях Олеся Чучалова, психолог, онкопсихолог. Но мы сегодня говорим совсем не об, об, об онкологии, а у нас очень интересная тема. Это переезд, как его экологично спланировать и пережить. Олеся, здравствуй. Здравствуйте, Алина. Вот смотри, на личном опыте, как говорится, да, сегодня ты будешь рассматривать такое явление, как переезд, с точки зрения своей практики, да, и в то же время с точки зрения науки психологии, потому что я не устану повторять, что везде психология, даже с точки зрения как переехать, как правильно, грамотно это сделать, это же тоже и про душу и про тело и про все вместе взятое. Ну что, наверное, самый такой главный вопрос. Во-первых, поздравляю тебя с новосельем, спасибо. Для тебя переезд это испытание? Наверное, для меня любое путешествие это испытание. И я бы так сказала, что это нормальное внутреннее ощущение всегда каких-то изменений стресса. И благодаря, опять же, нашей сегодняшней встрече, ну, как ни крути, мы все равно готовимся да, да, конечно, к каким-то процессам. Я увидела для себя, что это не стресс, угу. а это очередная ступенька личностного роста и когда ты находишь для себя вот эту вот маленькую составляющую что это как новый этап э, в важный. твоей зрелости в твоем жизненном опыте ты к этому уже и относиться начинаешь на самом деле как ну, к некоему какому-то важному свершению вообще в жизни они а о ужас ужас да, там да как некоторые да пытаются то есть как это все сделать как это все организовать то есть это стресс. Угу. Еще раз повторю, это стресс. Но, Но он такой нему... бывает плюсовой. Да? К нему относиться можно как в минус, так и в угу, плюс. Угу. То есть можно оп! И переехать, а можно постепенно. И вот к этому, да, сегодня мы будем о, о том, что как к этому немножечко помочь себе подготовиться, подготовиться. чтобы это не было. О, ужас! Да. Значит, смотри, начнем сразу же с того, что у нас есть такое прям понимание в народе, да, что человек переезжает, есть несколько мотивов, да, часто, очень часто говорят, что здесь ничего не ладится, здесь ничего не получается, например, в этом городе или в этой стране. Я поехал-ка! И попробую себя как с чистого листа там в другом, например, там городе, да, такое своего рода стратегия бегства. Угу. И мы с тобой понимаем, что это не всегда, ну как бы легко получается у людей, да? Это получается не всегда экологично, угу. потому что моя личная позиция, да, и позиция большинства, может быть, моих коллег, это про то, что вы начните проживать переезд немножечко заранее. Начните выбирать место, куда вы хотите переехать. Начните выбирать окружение, в которое вы попадете. В конце концов, с переездом у большинства людей в другой город, в другую страну меняется что? Меняется работа, круг общения, хобби, интерес. Меняется вообще так-то качественно жизнь. И не всегда угу. вот о чем ты и говоришь, что тут не везет, повезет там, работает, потому что человек просто для себя придумал, что кто-то, например, из Кирова, ну, уехал в Екатеринбург, там, в Калининград, там, я не знаю, в Беларусь, там, в Америку, и у него там бах и все поперло. Но не факт, что у тебя будет именно так, потому что, какого-то шаблона для счастья. Угу. Существует он же лично твой, поэтому попробуйте, посмотрите место, точку геолокации, попутешествуйте. Э, у нас же очень много факторов, угу. э, да, и э, социальный, и культурный, и экономический, и психологический, и физиологический, в том числе С... он присутствует, потому что даже возьмите, когда мы э, из нашей точки летим, например, путешествовать и попадаем э, на экватор. Угу. У многих людей возникают что физиологические сбои, и тут нужно максимально быть, ну, бережным к, к себе, бережным к себе, к своему телу, потому что, но ну, помимо неврозов, можно еще и заработать физиологические, психосоматические, давайте так уже, угу. да, процессы, о которых мы, собственно говоря, даже не предполагаем, поэтому Пред переезд я всегда говорю: давайте будем организовывать заранее. Попутешествуем, посмотрим, поживем, подышим. Там, я не знаю, если вам нужно какое-то время, ну, в конце концов, возьмите месяц, там, два, да, какого-то. Чтобы пожить и попробовать, пожить и попробовать. Сам. Да, именно подышите этим воздухом. Я думаю, что люди путешествующие, они, наверное... Откликнется то, о чем я говорю, потому что в каждой точке мира ты с самолета в аэропорт выходишь и ты дышишь по-другому. Ты с поезда на вокзал приехал, и ты понимаешь, что здесь воздух другой, здесь да, плотность атмосферы разная. Даже твое место не твое, да? да? Как я себя чувствую? Комфортно мне, некомфортно? Да. И вообще уютно, какие эмоции уютно, да, ты страшно, спать. не страшно. То есть есть, например, город, ну вот лично для меня, да, я, например, приезжаю в Нижний Новгород, и я как домой приехала. То есть мне как будто бы... Uh -huh. Все знакомо и понятно. А, например, в Москву приезжаешь, ты сразу попадаешь в некую суету, динамику города, и ты уже, прислушиваясь к себе, думаешь, а смогу я тут? всегда быть, угу. всегда жить или нет. И вот эти очень моменты, они действительно такие важные для каждого индивидуального человека. И еще такой маленький, как говорится, пять копе... маленьких пять копеек добавлю, что важно честно себе ответить: я бегу от себя, да, да или, или же я бегу, я бегу к, к себе. себе. Угу. То есть новый город, новая страна, не знаю там, да, что это для тебя? И если ты думаешь, что ты не смог здесь быть в этом, например, маленьком провинциальном городке успешным и и ты надеешься, что ты в другом городе у тебя все получится, то опять-таки ты же бежишь-то со своими же стратегиями, которые тебя к успеху не привели. Поэтому тут очень важно тоже сесть честно с собой поговорить, может быть даже где-то э, прописать эти да. моменты э, и э, уже осознанно опять-таки по-взрослому принимать решение о переезде. Но вообще вот если так будем говорить, то переезд это выбор в любом случае взрослого человека. То есть если мы говорим о переезде семьи, семьей, мы, как взрослые, берем на себя ответственность адаптировать наших деток к новому месту. Это не важно, новая квартира, новый дом, новый город, новая страна. Мы, как взрослые, в любом случае берем на себя ответственность. И вот тут включаются да, стратегии по Эрику Берну, да, которая, мы говорим, взрослый родитель-ребенок внутри каждого из нас. То есть я, например, с чем столкнулась сама, да, совершая переезд, это с тем, что я, ну, по-честному, когда устаю, я впадаю в позицию ребенка: не трогайте меня, я ничего не хочу. Возьмите меня на ручки. Возьмите меня на ручки, я устала. И это нормально, потому что внутри на каждой личности есть вот этот вот треугольник. Но решение все равно я принимаю как взрослый, значит, ответственность, она все равно на мне. И получается, что в такие моменты важно что сделать? когда ты в это состояние впадаешь, позаботиться о себе, дать, дать себе какой-то там, я не знаю, двухчасовой перерыв. Очень э, важно сейчас, снова возвращаясь к теме, создания ритуалов. То есть, например, в том месте, где да, мы жили на протяжении там, 14 лет, у меня были свои привычные, нахоженные, там, да, протоптанные дорожки, и сценарии, по которым там, я выезжала в определенное место, там, в определенное время, чтобы добраться, например. Там, да. Угу. Тут надо это перестроить. Например, пешие прогулки я совершала по одному маршруту. Сейчас изменилась точка как бы, да, геолокации, нужно какие-то другие там. Э, привычный организованный вот этот вот э, пр рабочий процесс, момент досуга его нужно все равно начать формировать. Угу. Вот давай сейчас э, проговорим про. Э, мы уже сказали, что да, задаем себе главный вопрос: почему я переезжаю? Почему я принял решение? Почему там, например, семьей или один там, да? Угу. То есть, э, если мы ответили на этот вопрос, что не бежим от себя, а, например, делаем шаг в сторону, опять-таки, развития личности, да. да, или же, например, э, мы понимаем, что этот переезд э, благополучно скажется, например, там на Будущее моих детей. Да, угу. ведь это, такие тоже очень часто называют люди такие причины, да, что я покидаю этот город и переезжаю сейчас, потому что детям там, например, лучше будет учиться. Но при этом да. при всем. А мне как? Угу. То есть, не приношу ли я себя в жертву? Да. Да. Да, тут тоже очень такой важный вопрос. Итак, определяем цели переезда, или обязательно отвечаем на вопрос: что даст мне лично да. этот переезд. Хорошо. Вот на этот вопрос должны ответить все члены семьи, Нет. если это семья. Не обязательно. Mm -hmm. Этим вопросом озадачиваются те, кто принимает решение о переезде. Mm -hmm. И вот, э то, о чем я проговаривала, да, до эфира, когда мы, когда переезд вообще в жизни человека происходит, когда да, происходит кстати, взросление да. и очень часто первый момент переезда в жизни взрослеющего человека, не взрослого, угу, а взрослеющего, угу. происходит тогда, когда происходит момент сепарации, отделения ребенка от родителей. Например, он переезжает из маленького городка в большой город на учебу. Угу. Это первый момент переезда. И это первая вот такая вот, да, серьезная ступенька его развития его, личности, формирования. Следующий этап происходит, например, когда ты встречаешь свою половину, то есть это уже этап взрослого, осознанного, да, о чем мы говорим, выбора, ты встречаешь свою вторую половину, вы создаете семью, и вы как семья, уже семья, да, две личности, принимаете решение, где вы будете жить как семья. Либо это отдельное жилье, либо там, я не знаю, это другая страна. И вот тут уже, когда ты как личность один принимаешь решение, это одна история, угу. а когда ты как семья принимаешь, это уже двое. Детки в любом случае следуют за родителями. И вот этот момент, про который я говорила, а будет ли комфортно, да, тут все равно принимает решение взрослый. Ребенок эти решения не принимает. Ребенок подчиняется решению взрослого. И третий этап, это когда уже происходит старость. Так, мы об этом тоже должны думать и говорить. Это когда человек состарился, он не может быть один, ему нужно, чтобы о нем заботились. Это уже, ну, так скажем, нормальные процессы, да, когда человек переезжает к своим детям, к своим внукам. И вот здесь вот тоже нужно решение принимать. Понятно, что взрослые есть разные старики, да, пожилые люди, но тут как бы бывает, что решение нужно принять детям о переезде там, да, своих родителей, внукам, о стареющих родителях, либо все-таки это должно быть согласовано. Тут тоже каждый момент очень индивидуально: угу. вот эти все условия, но оно все должно обговариваться. Это не касается именно только деток, когда это... детки следуют да, за родителям. Да, а когда ну, престарелые родители, то мы, конечно же, спрашиваем их мнение. если, да, они если в, сознании, да, готовы. в принятии. Угу. И я, например, знаю одну такую историю: когда уже и люди сами взрослые, там да, за 60, и у них есть еще более старшие родители которым там 89-92 года, и эти люди говорят о том, что оставьте меня в моем доме. У меня угу. тут моя земля, мои тут яблочки, угу. мои тут угу. курочки, и мне тут хорошо. Он прямым текстом говорит, дедушка, угу. что если ты меня заберешь к себе в условия, угу. то я как бы. Это, это будет а не тут... мой выбор, да. да. Угу. То есть тут действительно нужно обговаривать. Итак, когда вы отвечаете, определяете цель переезда, то обязательно смотрим, где вы будете зарабатывать, каким образом вы да. будете, как вы будете отдыхать, будет ли там такая возможность отдыхать, появится ли у вас больше свободного времени. Это вот я тоже готовилась к программе, чтобы мы с вами... Да, экологический вопрос. Сейчас это тоже очень актуально. То да. есть, да, насколько это, это место будет безвредно для тебя и твоей семьи. Дальше, если в этом месте, в этом городе, в этой стране будущее у, у твоих детей, да, культура и саморазвитие, есть ли у тебя возможность, раз, будет ли у тебя да. возможность развиваться там как личность? да? Вот если э, во всех этих моментах, которые мы сейчас только что озвучили, есть э, ответы да, 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 э, ну, вы можно. их плюсуете и принимаете решение. Да, да, то можно как бы рассматривать это место для действительно места для новой ступеньки угу. своей жизни. Угу. Вот э, уже немного мы задевали этот момент, но э, куда переезжать? То есть некоторые люди принимают решение, да? То есть я вот прямо состояние переезда назрело, да? Психологически вроде бы я там готов, и вот э, ты уже говорила, что съездить, пожить там, да, юг-север, как тебе, как твое тело на это реагирует, как, каким образом э, ты вообще себя ощущаешь в этом конкретном месте? Что еще? На что еще нужно обратить внимание? На что еще нужно обратить внимание? Это все-таки вот эти составляющие физиологические, о чем мы говорим, угу. как отреагирует тело. Ну, например, соматики, да, в некоторых э, регионах начинают, просто не могут да, жить, да, начинают, как бы у них какие-то болезни начинают актуализироваться. Угу. То есть не каждому человеку подойдет климат Санкт-Петербурга кировчанину. Да, вот, да. ну не каждому. И очень многие детки, уезжая на учебу как раз в Санкт-Петербург, не могут там жить, бросают учебу и возвращаются там в Нижний Екатеринбург, угу. потому что климат ближе к нашему то есть именно физиологические какие-то аспекты следующий аспект это психологический Uh -huh. а, потому что очень важно. Вот, кстати, про, про физиологические еще. Даже вот уровень содержания кислорода в воздухе имеет значение для человека. То есть, да, вот, в кавказ... воде микроэлементы, элементы. содержащиеся в воде, они тоже имеют uh -huh. а, именно на физиологический вот вкус воды. Пробуйте, куда приехали. Да. Либо найдите для себя ну что-то, что вам будет, ну условно говоря, заменять вот этот вот тот вкус, который вы привыкли. То есть, ну я думаю, что это все возможно. Тут очень важно прислушиваться к телу, потому что тело нас не обманывает. Uh -huh. Вот следующий момент, поймем физиологического, да? Это а к физиологическому давайте так. У нас в Санкт-Петербурге белая ночь. Uh -huh. Знаю ребят, которые опять же уезжая возвращаются сюда, потому что уже совершенно не могут сна... uh -huh. спать. Да, uh -huh. сон это неотъемлемая часть нашего хорошего самочувствия. И поэтому про физиологию. Я не в медик, угу. да, но я не могу об этом не говорить, потому что нет сна, нет здоровья, нет вообще эмоционального фона. Да, вообще мы с тобой знаем, нет что а, элементарно, да, а, здоровая психика базируется на здоровой ну, физиологии, да. физике. То есть сон, режим питание и да, все остальное, угу. то есть базовые потребности, которые мы все-таки привыкли э, себе, да, на этом месте давать, они там должны быть в первую очередь учитаны. Следующий момент – это вот как раз мы говорили про психологические, это как переехать и не заработать себе невроз. Да. Это же немаловажная составляющая вообще жизни взрослого человека. Кстати, мы об этом никогда не учитываем про деток, потому что детки тоже стресс пере, переживают, ну вот переезд, как стресс переживают, простите, по-разному. И э, происходят как раз физиологические вот эти моменты, на которые мы вроде бы взрослые не, не обращаем внимания, но они оказываются тоже не очень благоприятными для наших малышей. Поэтому тут вот... Они очень-очень угу. близко, психология и физиология. Вот, а значит, чтобы не заработать невроз, это как раз нужно выработать себе режим дня, Uh -huh. сформировать привычки на новом месте, какие-то ритуалы. То есть, например, вы жили в городе всю свою жизнь, uh -huh. а переехали жить за город, например, там, ну, в 35-45, да, это как раз такая градация, когда мы что-то в своей жизни меняем. Хотим да, и, собственно говоря, очень мечтая о доме, получают этот дом как раз вот в такой вот хороший возраст зрелости, вот. И что нужно? Надо менять привычки, вот эти вот ритуалы. Например, если ты привык там раз в неделю, да, встречаясь там с подругами за чашкой кофе, проводить там пятницу или там, может быть, у кого-то понедельник, у кого-то выходной день, то вы этот ритуал сохраните и перенесите его, чтобы не испытать Стресс, стресс по поводу того, что ваше социальное окружение, ну, изменилось. То есть uh -huh. ты всю жизнь был городским жителем, раз ты стал сельским жителем uh -huh. с приобретением uh -huh. дома. Ну, домов в, горо в городе как бы да не так и много. Вот а, смена, как я говорила, тоже немножечко раньше прогулочного маршрута. То есть когда ты живешь в городе, ты выбираешь маршрут, ну, удобный для тебя, например, в ближайшем парке. Uh -huh. Переезжая за город, у тебя меняется картинка. Uh -huh. Ты понимаешь, что ты даже визуально оглядываешь совершенно другое пространство, ты дышишь совершенно другим воздухом, и вот такие вот ритуалы, их нужно себе найти и реализовывать. Может... И в этом ритуале находить плюсы, да? Да. Потому что это... Может смениться место, например, хобби, угу. потому что как вариант, ну люди любящие там библиотеку, да, возьмем наш город, например, посещающие библиотеку Герцена, угу. да. Раз они уехали, им совершенно неудобно. Самая центральная библиотека нашего города. Тоже ищем другие библиотеки. Ищем другие библиотеки это не проблема. А, там, что у нас, там, фитнес-клуб, какие-то клубы по интересам. То есть, в любом случае, нужно искать для себя ресурсные mm -hmm. состояния в том месте, куда вы переехали. Убежать в минус можно легко, потому что момент адаптации человека на новом месте происходит минимум год. Да, мы об этом обязательно должны да. поговорить, потому что, смотрите, 6-12 месяцев это адаптация в норме. Если же вы сложно адаптируетесь и значит, появляются признаки дезадаптации, то тут надо не закрывать на это глаза, да, не откладывать, что я потом как-то само собой рассосется, или я там потом разберусь, да, сейчас некогда там, да, а, потому что дезадаптация это прямой путь уже, как говорится, в деструкцию. Вот если мы говорим о том, что норма это 6-12 месяцев, а все-таки ближе к году норма адаптации, потому что все равно происходит, ну вот какие-то именно бытовые моменты, то есть про что я еще, да, физиологические, психологические, экономические, ага. да, у нас факторы есть, когда мы переезжаем, мы... Как взрослые ответственные люди, обязательно рассчитываем свою финансовую состав, да, составляющую жизни. И мы делаем некий просчет, что мы можем себе позволить, когда мы меняем место жительства. То есть, переезжая, я могу себе позволить ремонт. А угу. я молодец. Угу. Могу себе позволить новую мебель. Частично. Я тоже молодец. То есть мы не говорим, о, я плохой, я вляпался непонятно куда, непонятно что. Нет, то, что я могу позволить. Пусть не на 100%. Я уже тут угу. молодец. И даже то, что я себе позволил внутри переезд, угу. это уже большая-большая галка в сторону я молодец. И таких вот я молодец. Такая внутренняя поддержка, да? да? Угу. Это вот о чем я всегда говорю, это внутренняя опора, которую человек может дать себе сам. И очень важно эту опору давать своим близким. Потому что вот эта вот тема эмоциональных поглаживаний, она ну, действительно, она как воздух необходима нашим близким. Да, делая ремонт я думаю что многие знают о том что мы сталкиваемся с конфликтами внутри семьи угу. ты тут это не сделал ты тут это не сделал ты тут не видишь еще что- то но тем не менее если э, нет эмоциональных поглаживаний ты молодец что это делаешь да ты делаешь все правильно да давай мы на это посмотрим по-другому ну можно прийти угу. отлично как как переезжать как переезжать то есть какая технология переезда нужен ли план действий? Обязательно нужен mm -hmm. план действий. Uh, У вас есть еще пять минут? Uh, да, план действий обязательно нужен и нужно вообще, uh, начиная с мотивации, к чему я, uh, да, двигаюсь, составить некую визуальную картинку, двигаться к тому, чтобы uh, все это планомерно. То есть там складываю, например, там это, 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 подписываю, там вот так-то. Если мы это делаем большим скопом, если мы это делаем, ну, постепенным, то можно, да, действительно понимать в новом месте куда ты это все разбираешь и медленно. Пишу. Мне вообще в планах переезда очень нравится самый первый пункт – расхламление. Расхла... да. Потрясающая история. Потому что когда ты начинаешь все просто вытащил и смотреть и разобрать, что я что я возьму на новое место, а что не возьму, что я отдам, что я продам, что, да, вот. Да, это да. тоже, опять-таки, про какие-то э, такие жизненные ценности человека. Это и про ценности, и очень про личные моменты, потому что с вещами, с кали... подаренными календариками, магнитиками, сервизами у нас очень у -у -у. много воспоминаний того, чем мы не пользуемся. И это бывает не только какая-то и личностная проработка, но еще и родовая. Потому что, например, сервизы, переданные там, бабушками, прабабушками, годами хранятся Для... в наших шкафчиках. И мы их не достаем. А при переезде ты их достал, бережно пересмотрел. Принял, принял решение, решение нужно тебе что это или тебе да, от да с этого? делать дальше, это очень важная составляющая угу. нашего, да, переезда. Да, потом что? Обязательно план действий, да? Конечно. Он нужен, потому что вот сейчас мне очень нравится, правильно ты сказала, да, есть масса статей, есть масса книг про прямо то, Прямо есть скрипты, про... чек-листы да. чек да. вот угу. эти не все есть, прямо, что сделать, как подписать, куда сложить, если негде хранить в новом месте, пусть оно все будет подписано, чтобы, например, переезжая летом, вы знали, где у вас Зимняя одежда, там, да, Чтобы не было вот этого быть... ощущения хаоса. Чтобы да? не было бардака, угу. которому, в принципе, ну, не каждый человек вообще в бардаке может. А когда этот бардак масштабный, угу. то это, собственно, вообще. Это может быть как Стас, раз да, то, то, да, да. Тем камнем преткновения, да, когда человеку вот это вроде бы радостное событие может просто взять и испортить. Поэтому мы и говорим о том, что год. И год, человек очень часто сомневается в правильности своего решения человек присматривается принюхивается обживается и для него вот каждый каждый момент становится важным и ценным о чем я сказала пусть даже не на 100 процентов но если даже хотя бы там на 10-20 закрыли уже ставимся галочку я молодец угу. вот э, насчет я молодец я с тобой полностью согласна да но а если возникает вопрос что человек говорит все я вот я уже этот год прожил я понял что э, я как-то ну сделал что-то не то э, ведь все есть возможность изменить в жизни многое, правда? Конечно. Угу. Никто не запрещает вернуться, никто не запрещает э, признаться в себе вообще в том, что именно это место не истина в последнем инстанции и продолжить двиг движение дальше. да? Э, никто не говорит о том, что именно так должно быть. Каждый я решает сам. Я имею право на ошибку. Угу. Я имею право на движение дальше. Но если возник вот этот внутренний личностный дискомфорт, и вот эта вот болеющая душа тебя начинает терзать, задайте себе вопрос, а про что это в моей жизни лично? Может быть это про какую-то повторяющую историю, мою, мой угу. болезненный опыт, моих родителей, или же бывает такое, что моих предков. Потому что бывает так, что нас с места начинают гнать корни, угу. потому что урода не было родового гнезда угу. и род говорит не там не там не там надо искать и, и если вот вы понимаете что вот это вот движение есть ну найдите сначала специалиста обратитесь к тому кто вам поможет разобраться может быть и место то хорошее угу. и люди вокруг хорошие и работа классная но внутри что-то что-то говорит о том что, -то что вас заставляет двигаться дальше да угу. Поэтому вот эти составляющие, их тоже нужно учить. Вообще, мы помним о том, что раньше, испокон веков, да, человека что заставляло покидать свои насиженные места и двигаться дальше? Поиск ресурсов. Да? И э, если мы с вами на эту историю, историю переезда, будем всегда смотреть с точки зрения ресурсов, да. Да, а не с точки зрения, о, ужас, как это пережить, то, мне кажется, это может стать увлекательнейшим путешествием в течение всей жизни. Я в этом уверена. Ну что, какие есть пожелания для всех наших слушателей, которые тоже приняли решение покинуть свои, как говорится, насиженные гнезда и отправиться в путешествие? Не бойтесь ничего менять. <связывая> потому что жизнь, она... В движении, жизнь она в динамике, и только так можно ее прожить максимально интересно. Да, и это вам только решать. Будете ли вы менять, просто например, квартиру на дом, или же город на город, или же страну на страну. В любом случае никто не знает, как правильно. Все э, и где будет, и хорошо, где будет хорошо именно вам. Поэтому ищите, ищите то место под солнцем, где вам комфортно, где уютно. вы у, уютно и вы чувствуете себя счастливым человеком. Да, ощущение Дома это очень важно. Да. Это была программа практической психологии. Сегодня психолог Олеся Чучалова и я, Надежда Бушмелева, говорили о том, как переехать экологично, как спланировать и как вообще это все пережить. Спасибо, Олеся, за увлекательную программу, и до новых встреч. До новых встреч. Практическая психология.